В новых платьях, между прочим. Да, можно аплодировать еще громче. Вы знаете, музыка Баха довольно-таки очень редко звучит, даже в нашей стране уже, и за рубежом не так часто почему-то. Хотя, когда сам Бах написал свои сочинения... Кстати, а кто знает, давайте, сколько у Баха произведений в целом? Кто больше? Кто больше много? В общем, у него чуть больше 1000. Но это очень-очень много. Он старался, такой плодовитый композитор, как он говорил, ни дня без фуги. Фуга — это такое сочинение музыкальное. Ну что, оркестр готов? Кого будем приглашать на сцену? Тимур Сергеевна. Тимур? Ваш выход. В втором отделении, как я обещал, если в первом звучали мажорные концерты, значит, веселые, такие радостные, то во втором отделении будут звучать минорные, немножко грустные, немножко печальные. Зато есть возможность о чем-то подумать, помечтать, заглянуть в собственный внутренний мир. Итак, прозвучит 3 концерта. Фа минор, соль минор и ре минор. Но мы с вами помним, что нужно посчитать 1, 2, 3 части и только тогда аплодировать. Договорились? Если я услышу хотя бы один хлопок, я выйду. И будем с вами до 12. Учтите, я предупреждаю. Итак, Иоганн Себастьян Бах. Thank you.
Сергеевна. Заслуженный коллектив Национальной академии концертной оркестры Беларуси имени Михаила Фельдберга. Концертмейстер первой скрипки, концертмейстер оркестра Светлана Иванникович. Концертмейстер второй скрипки Ирина Науменко. Концертмейстер группы «Альтов» Елена Зубкова. Концертмейстер группы «Виолончели» Татьяна Федорова. Концертмейстер группы «Контрабасов» Медицинского университета Кирилл Сав. Вы знаете, Тимур ехал так далеко на свою родину, чтобы вернуться и подарить вам такое упоение от музыки Иоганна Себастьяна Баха, что он вас не может отпустить без писем.
определила сегодня для вас. Друзья, к сожалению, лимит времени исчерпан на сегодня. Нас уже просят, как говорится, с вами расставаться. Но эта встреча, предполагаю, встреча впереди. Концертный оркестр Беларуси, пожалуйста. Всего вам цветы. До новых встреч. Пока.